Приветствие, команда КВН, утомленные солнцем, город Сочи. Ребята, это же финал! А кто-нибудь хочет его выиграть? Да! Кто-нибудь хочет? Я хочу! Еще кто-то хочет? Я хочу! Или не хочешь? Я хочу! Вопросов больше нет! Все начиналось с того, что я однажды родился! Теперь играю в КВН, и мне здесь многое нельзя! Нельзя кататься на кране, нельзя прикуривать от рампы! И танцевать финальный танец под кремлевские куранты! Декабря на ОРТ смотрите. Сначала КВН, потом программу «Время», а затем новогоднее обращение президента России к народу. А что такая последовательность? Ну все правильно. Смех должен идти по нарастающей. Как в прошлом году, помните? Уважаемые россияне, у нас с друзьями есть традиции. Каждый год 31 декабря мы ходим в Останкино, чтобы поздравить вас с Новым годом. Но в прошлом году произошел казус. Вместо меня в Ленинград должен был лететь Путин. Путин Владимир Владимирович. Да, и еще, москвичи, какая гадость. Какая гадость, это ваша заливная Красная площадь. 31 декабря на НТВ. София Ротару. Дмитрий Маликов. Кристина Арбакайте. Смотрите лучшие ОРТ. Потому что только на ОРТ 31 декабря финал КВН 2000. Участвуют две российские команды. Команда из города Сочи и команда из города Екатеринбург. Потому что Екатеринбург – это ворота России в Азию! А Сочи? А Сочи – маленький аварийный выход в Турцию. А зато в Сочи можно купаться! Ну и что? На Урале тоже можно купаться! Чапаев тоже так думал! Миша! Ай! Что ты тут делаешь? Подругу жду. Опа! Светка идет! Крутая! Рама карбон! 6 коробок скоростей! Задний амортизатор! Наверное, бешеных бабок стоит. А знаете, чья? Но! Моя! Сигнализация «Мангус» для тех, кто правду крут. Вот из-за такой рекламы в Сочи падает уровень культуры. А мне наш уровень нравится. В Сочи на тонированной шестерке с неподключенным сотовым практически олигарх. Вот. Вот, Сергей, для таких, как ты, в новогоднюю ночь памятники культуры города Сочи. В Сочи открыты новые памятники. Писающий мальчик. Рабочий и рабочий. В золотой серии ОРТ. Мальчики в горах взрослеют быстрее. Смотрите кавказскую эротическую мелодраму по произведениям Набокова «Лолит». А теперь прослушайте новогодние новости на сочинском телевидении. С Нового года будет прекращена транспортировка Фанты через Украину. Они из нее газ тырят. 31 декабря на ОРТ старые песни о главном. Давайте сразу, Наташа, зачем нам вино?
А сейчас наш новый видеоклип. Мы этот клип еще не отсматривали. Если что, вставишь звук пи. Группа «Белый орел». На том этом свете буду вспоминать я, как удивительны в России вечера. Мишка, Мишка, ты весь год трудился на этой сцене, и мы решили с ребятами сделать тебе настоящий новогодний подарок. Дед Мороз! Из-за леса, из-за гор, Галустяну я пришел. Ладно, дед, хоро этих соплей, давай подарок. Загадывай желание. А можно вопрос? Давай. Нет, Миша, елочка не кумарит. Ладно, тогда другое желание. Хочу всегда быть в передаче, которая популярна уже 40 лет, которая всегда актуальна, которую смотрят из поколения в поколение, и быть ее ведущим. Ну, будь по-твоему. В Архангельске минус 10, в Астрахани плюс 3. Нет, я постой, нет, я имел в виду. Я не хочу быть ведущим прогноза погоды. А тем временем на новогодние елки в Кремле уже началась дискотека! С Новым годом! Здравствуйте, я Геннадий Зюганов, товарищ Кизгжакей. Поставьте, пожалуйста, мою любимую пластинку. А что вы имеете в виду под словами «моя любимая пластинка»? Ну, например, Александров. Пойду потру с диджеем. Hey, yo, DJ, come on! Я Владимир Вольфович Жириновский. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. Знаете что, Гусинский? Здесь ваши испанские штучки не пройдут. Но пасаран! Кто выключил музыку? Что происходит? Юлий Соломонович, здравствуйте! Поздравляю вас с Новым годом! Антон Камалов, мои поздравления с Новым годом! Константин Эрнст, Константин Львович, мои поздравления! Игорь Верник, Игорь, мои поздравления, поздравляю! Леонид Якубович, Леонид Аркадьевич, поздравляю вас! Андрей, счастья тебе! Александр Васильевич, всего вам самого наилучшего! А завтра во всех газетах напишут, что Галустян не поздоровался с Ермольником. Обожаю шоу-бизнес! А на этом новогодняя программа на сочинском телевидении подходит к концу. И как гласит старая истина, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Это что, весь следующий год финал с пельменями играть? Больной какой-то. А согласен! С Новым годом! Легче и вовче чудо дует, их не разлучит.
хочешь, нет. Новое время, новые темы. Миллениум нам несет перемены. Но с КВНом мы скажем в ответ. Нас не разлучишь, нет.